look good in the morning, and you don't even know it. I knew that I got this feeling. Да, сейчас я понимаю. Да, спасибо, что ты нам это все рассказал. У меня горло болит. Мы не слышали, как ты тут разговаривал. У меня горло болит. Ой, это значит, что я наконец-то клей могу заменить. Сука, блядь, ебаная хуйня. Аллилуйя. Он говорит, что у тебя мать красивая. Пускай. Ты запустил Жеки, да? Сейчас вроде да. О, а же качество говняное чуть-чуть. Да нормально, не, нормально. Ты включи-выключи, качество будет, качество отредактирует. Не, включи-выключи трансляцию. А, сейчас попробую. Лучше? Так. Ну, давай выжить в интернете. Давай выжить в интернете. Ну, херово качество, но да. Типа окей. Погоди, сейчас выжить. Попробую еще раз. Джеки, ты давай. Так, да. А вот как это работает? Дискорд типа то включает, нет? Я не знаю, вот сейчас лучше, нет? Давай выжить в интернете. Да выжить. Нормально. Люди в интернете. Ой-ой, пиксели пошли большие. Давай выжим в интернете. Давай. Какого черта, я не понимаю, что с качеством вообще? Это Дискорд. Ну, лоу. О. Сейчас лучше, нет? Не. Пиздец. Нормально. Вообще прям говно качество. А где вообще? Ну, блядь, знаешь, типа 420p, типа где-то того. Где-то около 360p. Знаешь, 420p, типа того, знаешь, типа. Стоп, а если так, подожди, я сейчас вот так вот... 44, блядь, пи. Блядь, в ухо. HD, ультра HD. Лучше, хуже стало. Звука нету, лучше стало, по-моему. Да по мне так нормально. Мне нормально, нормально. Нет, стало лучше, короче, но звука нет теперь. Ты заебал, честно. Клей, блядь, я нормально. Все, нормально. Оставляй, все, оставляй так, оставляй. Меня зовут Аладдин, никогда не трахаюсь один, как говорится. А в чем смысл игры? Надо... Короче, надо обмануть одного... Короче, пишешь максимально правдивый ответ, типа там. Точнее, максимально правдивую неправду. У меня вопрос. Клей зовут Саня. Если Саня, то хорошо. Так, я пропустил, что делать? Заходи, значит, все сейчас объясним. Это очень все просто, и даже игра объяснит. Ты берешь, заходишь, тебе задают какой-то вопрос. Ты должен соврать максимально приближенно к правде, чтобы все поверили, что это правда. Понял. И потом ты должен среди всех ответов найти правду, пытаться. Ну, тебе будут давать узнаем. Очки за каждого человека, поверившего в твою правду, в два раза больше очков за найденную правду. А кто СХС? Я анальный хуй. Спасибо, клуб анонимных алкоголиков. Хочу омлет. Перехочешь. Джека, к чему? Джека, бля. Бля, Валакас, капец, горло дерет, сука, глубоко вставляет. Ну и чё, мы запускаем на спинку кресла и отдохни. Давай, погнали. Джеки, погнали. Горло прочищать. Начинайте. Да тут я, бля, я не прощаю горло, у меня есть чаёк, ебать. Да не ты. А-а-а. Все тут или как? Ага. Да, все. Стартуйте, блядь. Джеки. Ладно, я пошёл тоже чай. Джигит, стартуй. Джигит, дебил. Кофелёк. Джигит, погнали. Чё сказал? Сори, я вернулся. Джигит, стартуй. Я требую компенсации. Начинаем? Угу. Да, Джигит. Ну, это охренительно, потому что у нас вчера вот был вопрос такой, типа, что производил в 1900 году компания, производящая машины, ни за что не отгадал. Она производила... Она производила и какую-то еще херню. Я угадал, что ли, моноциклы? Игра на 8 нет, игроков? У меня что сегодня? Там типа компания, рождения? Которая производила машину, производила еще майонез кетчуп. Да, я знал об этом. Сосиски и кетчуп. Там было не майонез и кетчуп. Сосиски и кетчуп. Вы заебали орать, честно. Дайте послушать. Угадать правду. Что ж, поехали. Компания погнали нахуй. Собачий корм производила зубную пасту, прикинь. Пиздец. Я серьезно? Вы получите 500 очков за каждого. Это, кстати, как Nokia, типа, она раньше, она выпускала обувь. Блять, пиксели хуе.
Ладно. Ладно, хуй с ним. Заебись, Выбирай Six, выбирай категорию. Только у тебя времени мало, давайте. Там буквально 5 секунд. У тебя на телефоне. Country. Итак, первый вопрос. Пиздец, лага... Ёб твою мать. Ладно. Исследование 92-го года подтвердило, что города... ...который может обмануть ваших товарищей, чтобы те посчитали, что это правда. Если вы не можете ничего придумать, можете заплатить половину очков и нажать на спасалку. Приступим. Да, блять, введите лог. Я, короче, я первый вопрос так. Что-нибудь смешное или используют кнопку спасалку? Типа, посмотреть, что за игра. Ща разберемся, нормально. Да у меня язык сменился! Вот ваш вариант. Найдите, нажмите на нее на свой. У меня язык сменился! Твою мать, конченое говно. Выбрать надо, что правда или что ложь? Что правда, что правда. Панков. Я панк. Это пиздец, я просто не успел написать. А что выбрать-то здесь надо, я не понимаю. Ты один раз тыкнул, все, молодец. Второй раз не тыкай. Ну там точно мало панков, но мне просто ответ понравился. Старико. О чем, блин? СХС жжет. Почему все по 250, я не понял. Сказали же по 500. Леон банан. Потому что подсказку использовал. А, да? Так вы что не сказали? Я бы сам придумал. Блять! У них еще своя ложь есть, как бы. Сука. Я уверен, знал, что он лжет, но он меня забайтил. Релиз суицидов? Чё, реально? Суицидов? Вообще капец. Рили, музыку не слушайте, умрете. Мне язык, надеюсь, сейчас не сменится хотя бы. О! Окей, выберите категорию. Леон, выбирай. Бля, лагает стрим, ща. Пиздец. И качество проседает. Палево. Жекет, давай после вот этой катки, короче, попробуй перезапустить Дискорд. Она мастурбировала. Напишите свои ложные ответы сейчас. Блять, я на подсказку тыкнул! Сука, минус. Случайно на подсказку, блять, тыкнул. А это вот, да, надо направо тыкать постоянно, потому что... Да, мы за вот, мы... Блять, я вчера тыкнул 10 раз, короче, по-честному, раза 4 тыкнул на подсказку случайно. Окей, давайте посмотрим. Ковырялась путь. Байт. Немало слабительно. Фу, Жекет, ты чё? Мало ли. Это глупо. Банетчик выбрал. Это тем более тупо. Самый хорошо обычно самый правдивый. Это не... Короче... Анальный хуй лжёт, блядь. Творила покемона. Это правда, это правда. Откуда в 15-м году вышел, блин, покемон или какой там этот. А почему неловко занятие тогда? Потому что в церкви, помнишь, там челика посадили, он... Челика посадили, он в церкви ловил. Лол, я остался на месте. А Джеки-то норм. Дайте мне категорию. Ты чё, омлет? Адман, выбирай. Ты меня. А кто это? Посмотрим, как вы справитесь с этим вопросом. Нелегко быть жителям американского города Бизердам, ведь в 2001 году они не могут потребовать в качестве терапевтической помощи. Видите свои лживые ответы сейчас.
Заканчивай побыстрее! Если ничего не лезет в голову, нажми на спасалку! Ну, нихуя комп нагрелся, можно ноги погреть. Сидеть. Нагрелся. Уринотерапия, бля. Лечение сфинктера, отвечаю, мне раз написал. Не отвечаю, это он написал лечение. Я тебе отвечаю, это Ситлс написал. Короче, психиатрия, скорее всего. Психиатр, наверное. Со СТП. Анальный хуй лжет. Странно, как вообще так человек с таким умением может не он. Может, типа, терапевта в качестве терапевтической помощи? Уже не надо. Он что, дауны, что ли? Кончится. Кенгуру? Рили? Бля, чё? Что, блядь, за хуйня? Вы чё, ебанутые? Лечение сфинктера? Это больше на терапевтию похоже, блин, чем, знаете, кенгуру, блядь. Анальный хуй вырвался, ура. Блять. Нормальный хуй вырвался. Второй раунд. Правила те же, анальный, но очки здесь увеличены в два раза. Давайте, давайте. Ебать. Так, Джек. Выбирайте категорию. Джек-потрошитель мамок, реально. Шальные судьи. Пробуйте это. Это звучало неплохо. Гордо, крупный судья Дональд Том. Томпсон, ебать, получил 4 тюрьмы после того, как говорим. Набираем ложные ответы. Блять, я только что я хотел написать одно и только что понял, что я написал совершенно другую хуйню. Я реально хуйню такую написал, блять. Поспешите, жмите на кнопку ложь. Быстрее, спешите, пацаны. Трое человек еще не ответили, давайте. Все, ответили все. Окей. Капец, у меня 3 раза опечатка была. Читов КС. Тяжело. Читов КС, блять. Я хотел, кстати, про гандоны написать. А, ну я нажал пистолет, но это ложь, я прекрасно знаю. Презерватив, блять, кто такой грамотный? Ладно, давайте посмотрим, что вы выбрали. Презерватив, ебать! Это вранё. Офигеть, как... Охуеть! Офигеть, мы его обогатили. Сосать. Блять, я в это поверил. Спасибо, пацаны. Охуеть. Я в это поверил. Ну что, угорайте на Facebook, никто не повелся. Я не успел вообще тыкнуть, ребят. Ты неправильно Facebook написал. Стой в натуре, это ж, сука, шаловливый судья, блять. Даже никто не нажал. Ебать, я богат. Так, потому что все с ошибкой. Facebook с ошибкой. Презерватив с ошибкой. Вы че? Хотя пишите правильно. О, я выбираю, блядь, что выбрать? Экзотика, двойник, традиции, президент. Экзотика, экзотика. Да, давай экзотику. Давай. Джигит, ты хотя бы слова правильно пиши, пожалуйста. Джигит? Ой, блядь. Для того, чтобы поглядеть на экзотических животных в лондонском королевском зоопарке, надо было... Ай, блядь, я прочитал пениса. Заплатить 1.5 пениса, блядь. С тобой. Чика такая приятная. Я чисто гений. Бля, ну, я не успел, блядь. Окей, вот ну, красавчик.
Найдите правду. Ааа, блядская мышка меня убивает просто. Сука, где моя мышка, блядь? Обожаю этот момент. Да, я тоже. Че, серьезно? Блять, я ожидал, что это реально. Билет не быть, правда. Нет, иначе хуже. Это... Хочу омлет. Наша ложь. Наша ложь. Так, я что пропустил? Свою козу. Что за бред? Блять, если это правда будет, я угорал бы. Птицу Доды, рили? Рили? Не. Нет, она, блядь, вымерла! Блядь, ружье, да? Собаку. Собаку. Блядь. Ебать! Ебать, вот это я ебать. Отвечаю, там были корейцы. Близко было. Там корейцы. Там корейцы, блядь. Знаешь, что хотел сказать? Я хотел сначала свою собаку, а потом, а в итоге потом изменил на козу. Я не понял. Мне ничего не поменяло. А как я наказался на втором месте? Я взял 500 очков, а я хорош. 6000, я хорош. А Саня хуй соси, это кто? Это секрет. Я. Это я. Да, блядь, Дэна, слуга на этой картине сообщает джентльмену. Набираем ложные ответы сейчас. Согласно музею. Да, конечно, как дискурсы. Поторопись или используй спасалку. Ну ладно, это неплохо, вполне. Я, возможно, ошибся в слове, и я ошибся в слове. Из этого... Он гей! Вот более не джентльмены, вот если это реально вранье, то это будет я вообще знаю. Угарно. Это будет правда сейчас. И что, выбрали люди? Хуй на блюде! А чё он не омлет? А, более не джентльмены. Хорошее вранье, кстати. Да, ванна не готова, ванна готовая. Невский, ебать. Я здоровый, как кабан. Я на нём покупаю. Блин! Пистоли. Ну про барды, блин. Брага, какой бард? Вы чё дип... Вот аферист этот, конечно, анальный хуй. Я просто в шоке. Да, ух, это было близко. Ебать! Офигеть, плюс 6 косарей. Ебать. Это был самый реалистичный вариант, мне казалось. Меня жена. 3000, тупо, чекайте. Сэр, ваша проститутка прибыла. Ебать, 9000. О, я так остался. Чекайте, 9000, ебать. О, лол, я так и остался. Финальный раунд. Капец, а на чем он нас? А на чем он 4000 взял? Я? А, только что. Он вообще несколько раундов подряд брал. А, Мирас, ты взял на этом, на лечении сфинктера у терапевта. Больная звезда из Ганны. Мухаммед. Че? Анас. Мухаммед Ананас. Многие... Поблагодарю, как и... Блять, а это Ханша Сагат. Ой, бать. Седьмой час. 6:16 сейчас время. У нас. В КЗ. Ну чисто Мухаммед не уважает девок. Патриархат и все такое. Ой, блять, я уверен. А, не, я точно неправильно написал. Вообще какую-то хинею написал опять. Он, короче, он поблагодарил свою мамку и своего брата. Какой-то позор. Короче, я забыл слово, и поэтому я написал по-другому. Лесбиянок. Чё-то здесь очень сильно палятся них. Лесбиянок, блять! Ебать, я всегда первым отвечал, да? А,
А, гей, кстати, и лесбиянок, это я случайно тыкнул, но окей. Но она неправильно, все равно это вранье. Блять, я в это поверил. Ха-ха, наказан. Не, я реально в это поверил. Ебать, 3000 заработал на этот оппонент. Оппонентов такие любовницы. Блин. Джейк лжет. Сосать. Это правда. Ура! Геев такие лесбиянок. Лесбиянок. Бля. Ну и чё правда будет? Собак, свою жену из... Чё? Бля, я хотел-то ответить. А, что, прости? Я думал, ты тоже не кстати, да, это же реально самое. Пиздец. Почём лет? Так, я выиграл. Ну ладно, хоть на последнем месте уже. А я, походу, так и останусь. 12 000! Она лихую побеждает. Вот мы и вычислили сказочного пиздец, 12 000! Давай свидание. Я от предпоследнего на второе выбрал. Давай свидание. Оу, и хоть ты хочешь свидание монстров? Давай. Пожалуйста, мы сейчас не можем.